А побольше, чем старые, да? Все, пошла изведывать. Сыровато. А там в домике вон дырка видна. Ну так это просто, это не дырки. Дырки, на видео видна была дырка. Ну это просто это. Ну, коробка разошлась, наверное. Чем-то пахнет, трудно потом. День поставить можно. Сейчас все разведает, да? Посмотрит все. Видишь, как все исследует ласка. Я сейчас больше запахи интересует, да, чем? Сравнивай, как своя пахнет, как не своя. Так. Так. О, точно завалит. Тоже можно брать. Ласка. Оказывается. Ласка, не рискуй. Сейчас завалится. Надо тебя гвоздиком набрать, да поприбивать хорошо. Потому что точно завалит, да? Угу. Как повиснет тут и здесь. И вот эту прибить. Ну, чтобы тоже не колдыбалась. Потому что она тоже, видишь, колдыбается тут вот вверх. Так. Пушистенькая. Так, оказывается, и туда еще можно залезть. Все, сломала. Видишь, как надо ее прибить. Да, прибить надо. Потом она такая дешевая, что ее сломали. Ну, да? Не важно, прибьем, Витька. Набьем туда гвоздей, чтобы она держалась. Как ты набьешь? Как туда подлезешь снизу? Ну как, молотком. Тюк-тюк. Что ты, молоток туда не влезет, что ли? Ну, не знаю, неудобно будет. Ну, неудобно я забью. Мне гвоздей только надо. Бой пойду у тебя возьму. Ласка, ласка, иди-ка сюда. А посмотри, что здесь еще есть. А здесь еще. Иди сюда, иди. Летом поставлю на балкон, будешь тут захарать. Захарать будешь. Или это дома оставлю, а то на балкон поставлю. Иди сюда. Она завалится, мне кажется, не? Да, как по деревьям влазят звери. Так, баланс надо учиться держать. Так. Баланс. Ласка. Все, сидит в окно, смотрит. Да. Тебя цветочки вон оранжевые расцвели, видела на окошко? Они давно у меня цветут такие красивые. Я ж тебе такие посадила на окошко. Да? Ласка, ну что, подходит тебе такое дело? Ласка. А, красота.